Приморье. В отделы по вопросам миграции обращаются граждане, утратившие документы в результате наводнения. 12 августа 2023 года на территории городского округа Спасск-Дальний и Спасского муниципального района был введен режим чрезвычайной ситуации, что позволило упростить порядок получения паспорта гражданина Российской Федерации. Полицейские информируют, что для получения паспорта взамен утраченного необходимо явиться в Спасский отдел по вопросам миграции по адресу Борисова, 28. В результате стихийного бедствия многие граждане утратили свои документы. Для получения паспорта взамен утраченного необходимо явиться в отдел по вопросу миграции межмуниципального отдела Министерства внутренних дел. При себе необходимо иметь две фотографии, а также справку, выданную администрацией города либо района по факту затопления дома. При наличии этой справки платить госпошлину не нужно. При обращении граждан, пострадавших от природной стихии, а также при наличии необходимых документов, мы в течение суток осуществляем оформление и выдачу паспорта.